Можно не прыгать, а медленно подвигаться. Такая релаксация такая небольшая. Мое сердце скрылось в тумане, за перекрестком пыльных дорог. Я пишу, кто-то смеется, а кто-то верит и ждет. Когда последняя капля рассвета упала с неба на серый асфальт, я понял, что без полезных спайков я сделал все на гадоща. Yeah.